Здравствуйте, меня зовут Анжелика. Очень приятно, Анжелика. Слушай, дорогая. Ой, вопрос у меня такой. Я в свое время головой ушла в карьеру и уже, в общем-то, многого чего добилась. Но когда двинулась назад, ни любимого человека, ни семьи, очень хочу деток. Ничего этого нет. На душе такая пустота в один миг. Я думаю, зачем, к чему я вообще стремилась в этой жизни? Уважаемая Анжелика, да, я вижу, что у вас глубина отчаяния ваша большая, но вы не переживайте. Я сейчас на вас настроилась. Вы хорошо выглядите. Вы такая стройная, у вас такая красивая прическа, ухоженная, я вижу. И как бы вы действительно вошли в карьеру. А теперь, вы когда вам исполнилось 29 лет, вы думаете, а через год мне 30, правильно? Вот как на 28, 27. Правильно? Так вот, что я хочу вам сказать. Вы правильно сделали, что вы позвонили. Я сейчас вас поддержу, сниму с вас вот эти все негативы. Потому что если есть у человека какая-то такая одержимая направленность, вот, допустим, в карьере, у него получается, как в золотом правиле механики. Знаете, выиграем в силе, проиграем в плече. Вот там в чем-то выиграем, в чем-то проиграем. Так вот, я сейчас уравновешу ваши вот эти векторы для того, чтобы у вас восстановилось вот это все. Но, как яснослышащая, я сейчас прислушаюсь, и что я услышу? Ну что, в вашей ауре был у вас мужчина, но вы уделяли очень много внимания вашей работе, и вы его потеряли. Потому что мужчины, они как малые дети, они требуют внимания к ним. И у вас не было возможности. Вы хотели, но у вас не было возможности, и вы его потеряли. Вот этот мужчина ушел. Но я вам скажу, он еще не прирос к вашему сердцу. Поэтому ваше сердце еще не знало той любви, ну, которую, допустим, узнал человек, допустим, уже в 60 лет, вот как я. Поэтому у вас еще все впереди. Вот. Будет наверстывание всего утраченного. И я вижу мужчину. Я сейчас очищаю ваше поле. А каким образом? Силой своей мысли. Вот вы на меня настроены. Мы смотрим глаза в глаза. И наша энергетика соединяется. И ваши чакры подстраиваются под мои. Вот почему очень важно, доверяя свое здоровье, и иметь глубокую веру. И, ну, я имею в виду энергетическое здоровье, не физическое, энергетическое здоровье. Это одно и то же. Так вот, смотрите, я с вами соединяюсь, и наши чакры соединяются, и моя энергия подпитывает ваши чакры. И вот вы чувствуете, сейчас такая пошла вибрация, и тепло пошло к кончикам пальцев. Есть? Есть тепло. Горячо. Есть. И как крылья вырастают. Такое ощущение, что сзади как вырастают крылья. Человек даже приподнимается. Вот такое ощущение. Есть у вас такое ощущение? Хочется вставать на носочки, да. Прекрасно. Все, вот это сейчас я вам остановила поле. Это я работаю с силой мысли. На вашей вере силой мысли. И вы выйдете замуж, и я у вас в судьбе вижу двое деток. Детки разнополые. Первый будет мальчик, а вторая будет девочка. И разность в детках будет такая, ну, большая, около 6 лет. Вот так я вижу. Так что, дорогая, у вас еще все будет впереди. Вы еще будете много путешествовать с вашим мужем. И все у вас наладится. Так что хорошо, что вы позвонили. Очень, очень хороший звонок. После таких звонков резко налаживается жизнь. Будьте здоровы.